Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, какие основные ошибки встречаются в использовании средств для холодного распаривания, то есть для разрыхления эпидермиса. Возьмем как пример наш самый известный дезинкрустирующий гель, гель для дезинкрустации из линии Cleansing, и разберем основные ошибки, которые допускают люди, ну, как правило, не специалисты в косметологии, которые покупают данное средство с целью провести самостоятельно чистку лица. Начнем с того, что профессиональные средства тем и отличаются от средств масс-маркета, что их применение предполагает четкое выполнение инструкции, в отличие от средств из масс-маркета, чье нейтральное действие предполагает нейтральный эффект. И, собственно, ничего сверхъестественного от них, говорится, ожидать не стоит. Что касается геля для дезинкрустации. Основная ошибка не специалистов косметологии, потому что специалист оценивает сначала состояние кожи, тип кожи и подбирает комплексный вариант использования. Например, он может для холодного распаривания, например, использовать не только гель для дезинкрустации, а какие-то еще средства, которые облегчат процесс чистки. А человек, который купил один единственный этот гель, он по-любому будет его применять в моноварианте. И порой это является ошибкой. Зачастую ошибок можно избежать. Первая ошибка, часто встречающаяся, я считаю, это плохое очищение кожи. То есть, если мы снимаем макияж, если мы удаляем с кожи загрязнение, нужно учитывать, какого рода макияж, какого рода загрязнение на коже присутствует. То есть, если на коже есть плотное тональное средство, слои косметики, в том числе праймеры, какие-то тональные основы, пудры, румяна и так далее, то, как правило, для снятия макияжа нам уже нужно использовать как минимум двухэтапное очищение. То есть первое средство должно содержать в своем составе какие-то жировые компоненты и растворять плотный макияж, а второе средство уже может являться очищающим гелем или муссом. Завершать такое очищение необходимо нанесением тоника для того, чтобы дочистить кожу от остатков павов и от балластных веществ, присутствующих в водопроводной воде. И если кожа у нас недоочищена на этапе поверхностного очищения, то и глубокое очищение при помощи дезинкрустирующего геля тоже пройдет малоэффективно. Вторая ошибка – это уменьшение времени экспозиции. То есть дезинкрустирующее средство в основной своей массе, и дезинкрустирующий гель в том числе, наносится на 15 минут. Если это время сократить, то тогда эпидермис разрыхлится, скорее всего, недостаточно. Исключение можно сделать только для очень чувствительной кожи, которая, возможно, требует поначалу какого-то сокращения времени экспозиции. И то это мало имеет отношение к дезинкрустирующему гелю с достаточно нейтральным составом. Это больше имеет отношение к использованию каких-то поверхностных пилингов, которые также могут, как энзимная пектиновая маска, к примеру, использоваться в качестве разрыхляющего средства перед чисткой. Следующая ошибка – это отсутствие выполнения инструкции, то есть не читают в инструкции, что нужно класть гель под пленку, кладут его просто так и ожидают, что он чего-то там разрыхлит. Более того, могут нанести тонким слоем, даже под пленку, если нанести тонким слоем, он не будет действовать так эффективно, как если нанести как положено, таким средним ближе к толстому слою и закрыть пленочкой. А если просто нанести тонким слоем и ничем не закрывать, гель просто подсохнет на коже и не будет, естественно, ничего разрыхлять. Следующая ошибка, наверное, тоже одна из главных, это то, что гель приобретают для использования дома без каких-то аппаратных методик. На самом деле гель дезинкрустирующий и лосьон дезинкрустирующий, который, как правило, приобретается в кабинет с ним в паре, используется в основном для аппаратных чисток. То есть после разрыхления гелем дезинкрустирующим мы должны почистить кожу или ультразвуком, или произвести гальваническую дезинкрустацию, то есть очистить поры, очистить кожу, поверхность эпидермиса от роговых чешуек при помощи постоянного тока. И если мы используем, опять-таки, этот гель неправильно, не в аппаратной чистке, а самостоятельно, то, опять-таки, он будет недостаточно эффективным, скорее всего. Если вам нужно использовать перед мануальной чисткой, даже в домашних условиях, какое-то средство, которое без использования аппаратов достаточно хорошо зарыхлит эпидермис, возьмите лучше энзимную пектиновую маску и также под пленку ее нанесите на 15 минут.
эффект будет более значительно больше вас устроит. Следующая ошибка – это когда используют все-таки в аппаратных чистках, но проводят их не совсем правильно. Или неправильно держат лопатку для тузового пилинга. Или не используют дезинкрустирующий лосьон для того, чтобы усилить эффект кавитации, чтобы у нас ультразвуковая волна не затухала в геле. Наносят его в норме лосьон поверх геля. В процессе чистки при помощи кисти удобно это делать. И потом можно нанести непосредственно лосьон, еще 2-3 раза пройтись по лосьону. Тогда аппаратная чистка ультразвуком будет осуществлена правильно. Вот. И, соответственно, нарушение технологии самого процесса ультразвуковой чистки или нарушение технологии проведения гальванической дезинкрустации, допустим, не с того полюса начинают, да, не с минуса, а с плюса путают, тоже приводит к недостаточной эффективности вот этой процедуры. Кроме того, помимо того, что просто экономят на количестве нанесения, есть еще такая ошибка, когда начинают средства, особенно профессиональные, какие-то разрыхляющие, чем-то разбавлять. Вот. И, естественно, это тоже уменьшает эффективность этих средств. Они не предназначены для какого-то смешивания, разбавления. Естественно, их дезинкрустирующая способность при этом снижается. Следующая ошибка, я считаю, просто завышенные ожидания от аппаратной чистки. Это основополагающий момент для, например, написания каких-нибудь негативных отзывов, например, в маркетплейсах на какие-то средства, когда ожидают от него больше, чем оно на самом деле предназначено осуществить. Таким образом, человек думает, что он почистит кожу дезинкрустирующим гелем, и тут же у него пройдут все прыщи, исчезнут все комедоны, черные точки вообще просто уберутся навсегда за один раз. К сожалению, но чудес не бывает. И, например, чистка лица при особенно склонности к гиперкератозу, закупорению пор должна проходить регулярно, должна по всем правилам делаться. И, естественно, если мы ожидаем от единственного купленного где-то там на маркетплейсе флакончика, что он избавит нас и от акне, и от комедонов, и от закупоренных пор черных точек, к сожалению, это именно завышенное ожидание. Ну и, естественно, последним пунктом я поставлю такой вариант, когда действительно средство профессионально используется не специалистами без должной диагностики кожи. Потому что специалист, он видит, допустим, какое состояние кожи, что требуется добавить. Он может перед нанесением дезинкрустирующего геля использовать лосьон, например, содержащий салициловую кислоту, если поры сильно закупорены, тугие, густое кожное сало, очень много черных точек. И тогда действительно, допустим, этот препарат будет помогать дезинкрустирующему гелю более эффективно разрыхлить эпидермис. Он может использовать, например, энзимную маску или какой-то другой поверхностный легкий пилинг в комплексе в составе, как говорится, протокола чистки лица. Он может использовать, например, для одного пациента ультразвуковой пилинг, который, допустим, пациент более склонен к гиперкератозу, чем к какому-то образованию комедонов и так далее. У него грубая кожа и так далее. То есть нужно ультразвук использовать. Если, допустим, у пациента тугие поры, густое кожное сало, плохо эвакуируемое, то специалист, например, предпочтет гальваническую дезинкрустацию. А не специалист вообще не знает, что предпочесть, или аппарат у него нет. Поэтому он разочаруется, скорее всего, в этом профсредстве, потому что оно просто применяется не совсем правильно и не по назначению. Вот на этих моментах я хотела бы сакцентировать внимание. Если информация была для вас полезной, буду очень рада, если вы поставите лайк, подпишитесь на наш канал и, соответственно, постараемся о всяких таких вот нюансах применения различных профессиональных средств вам регулярно сообщать. И, нажав на колокольчик, вы узнаете об этом первыми. Всего вам доброго, до встречи в новых видео. А тот, кто досмотрел это видео до конца, тот молодец и может поучаствовать в нашем конкурсе. В одном из следующих видео мы разыграем нашу новинку – сыворотку Альфа-Дерм с миндальной кислотой и с комплексом АХА-кислот. Чтобы получить ее в подарок, нужно подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и, главное, оставить какой-нибудь интересный комментарий под этим видео. И тогда победитель после розыгрыша, который состоится в одном, как я уже говорила, из следующих видео, получит в подарок эту сыворотку. Хочу акцентировать внимание, что участвовать в конкурсе могут только жители Российской Федерации. Всего вам доброго, до встречи в новых видео!